Здравствуйте, друзья. Я так, в общем-то, с удовольствием наблюдаю за тем, что наша встреча с Ириной из Сан-Диего, мам-сын, да, значит, вот канал, вызвала такой интересный, ну, ажиотаж, что ли, я бы сказал даже. Там трафик большой, и дискуссии, и там комментарии многие, в общем-то, выходят за рамки, которые у нас на канале приняты, потому что у нас, в общем-то, не положено нападать и там как-то обижать тех, кого приглашают на канал. Они как бы под защитой находятся. Потому что если людей обижать, то тогда других сложно приглашать. Значит, но в данном случае я немножко смягчил критерии, потому что, во-первых, Ирина все-таки блогер, лицо такое публичное, и, в общем-то, она на канале у себя такую очень либеральную политику проводит, то есть там народ высказывается вовсю. И с одной стороны, значит, в силу этих соображений, с другой стороны, просто мне хотелось, чтобы возникшие там всякие обсуждения как бы вызвали больше интереса к моим сюжетам и к тому, что Ирина вывесит. Я хочу сказать, что я не знаю, что у нее там получится, потому что как-то немножко сумбурно там съемка шла, и все это на iPhone, и постоянно возникал вопрос, есть ли там еще место. В общем, я не очень знаю, что получится, но хочу вам сказать, что там у нее должны быть очень смешные такие прикольные сюжеты, если как-то так дойдет до дела. Вот, я все жду, когда они начнут появляться, потому что мне кажется, что вот буквально там еще денек-другой. Вот, может быть, даже сегодня что-то надо ей позвонить, спросить. Вот. И я хочу сказать, что вот эта тенденция с другими блогерами, которые у нас появляются на канале, у нас и раньше были ребята, не то чтобы это первый раз, там, да, у нас и Хвостович, и Шушаник, мы делали сюжеты совместные. Вот. И Александр Блэквелл, который сейчас во Флориде находится. В общем, бывало, но в данном случае у нас Василиса Васильева, вот из Праги, да, я вспомнил, очень славно. И я хочу интригу такую, что ли, привнести. У нас, я надеюсь, так вроде к этому идет, в течение, ну, нескольких недель появится на канале блогер. Это она, это, можно сказать, женщина, блогерша, которую, ну, я думаю, если не все, то почти все знают. Я называть не буду, это именно для интриги. Вот. И очень прикольная такая духарная блогерша, веселая. И я думаю, мы с ней тут поснимаем сюжетов, потому что она решила в тестеры перековаться. Вот. Поэтому я думаю, что будет много веселухи всякой. Может, она там со студентов что-нибудь не снимает или просто по Кремниевой долине, это я не знаю. Вот. Но я уже предвкушаю, что мы тут вас повеселим на всю катушку. И что еще я хотел сказать? У нас в основном, конечно, я стараюсь, чтобы сюжеты, которые у нас проходят, чтобы они были информативными. Там, ну, о жизни, о людях, о компаниях, там, я не знаю, о работе, так в целом об Америке. Но бывают же там развлекательные передачи тоже, вот там на любом канале. Вот у нас тоже развлекательные. Вот нашу встречу с Ириной, мамсын, надо воспринимать как развлекательную. Ну, просто люди там треплются, болтают, прикалываются, там анекдоты рассказывают. Ну, такая, значит, развлекательная программа, в ней не должно быть никакой информации, как бы не предполагалось. Основная информация, на самом деле, которая с моей стороны там заложена, это информация о том, что есть вот такая Ирина, вот она перед вами. Если вам нравится смотреть ее канал, вот он есть, потому что я понимаю, что многие не знают, что он есть. И я, собственно, не знал, откуда мне было знать. Ну вот. Так получилось, что Ирина проявила инициативу, говорит, я вот хотела приехать. Я говорю, приезжай на здоровье, о чем речь? Я каждому человеку рад. И я не стараюсь
показывать людей, которые там, скажем, всем понравятся обязательно или что-то. Я стараюсь разных. Мне нравится показывать разных людей. Потому что не то, что же мы это делаем ради одобрения такого, знаете, единогласного. Мы это делаем для того, чтобы порадоваться разнообразию жизни. И как бы это заслуживает как бы внимания, хорошего отношения, доброжелательного. Потому что мы через это познаем жизнь, мы познаем себя, действительность какую-то. Потому что в действительности есть не только люди, которые вот как вы, а есть другие тоже. Вот, поэтому я как-то не чувствую, почему это плохо, чтобы там какие-то люди появлялись на канале. Даже я не знаю, там очень много женщин что-то на Иру накинулись. И мне высказывали, что я вот опустил канал свой вот до того, что там кого-то там неправильного пригласил. Да нет, почему? Мне нравится, поговорили. Чё. Я на самом деле, и Оля Брукман, я посмотрел с ней пару сюжетов. Вот когда Ирина, перед тем, как к нам приехать, встречалась с Олей Брукман, и там они отвечали вместе на вопросы. Такие посиделки, сидят девчонки, болтают. И Оля мне тоже понравилась. Я не знаю, там доберусь я когда-нибудь до нее или она до меня. Тут мы, в принципе, недалеко, но все-таки там, может быть, часа полтора езды. Так тоже не так близко все. Но мне и Оля понравилась. Ну, а что? Потрепаться. Не потому, что мы хотим с кого-то брать пример. Там, да, и не потому, что нас интересует. Вот там, знаете, вопрос она отвечала. Типа, вот спросите у Оли. Значит, имеет ли она, значит, там интимные отношения со своим мужем и удовлетворяет ли он ее. Понимаете? Я бы вот этого, кто спрашивает, у нас на канале бы и забанил. Он, собственно, у нас и забанен. Не то чтобы вот он тут у нас может свободно что-то такое, такие вопросы задавать. Но я на них посмотрел, они это нормально ответили. Легко, так спокойненько говорят, оставим так. В открытом состоянии пусть каждый додумывает, чего хочет. То есть я чувствую, что мне есть чему у них поучиться. Вот некоторые легкости, потому что я более как-то так серьезно воспринимаю некоторые вещи. Поэтому это легкая, развлекательная передача. Самое главное, что совершенно не обязательно смотреть там больше, чем 30 секунд. Понимаете, а так они смотрят одну, там 4 серии, они смотрят час эти 4 серии, и под каждой серией, значит, там пишут, возмущаются. Так ты не смотри, ну что ж такое. Я стараюсь удовлетворить самым разным вкусом. И я знаю, что у нас очень разнообразная публика. Я вижу статистику, с каких видео люди подписываются. Вот когда идет статистика по подписке, там есть отдельно подписка на канал и отдельно подписка с отдельных видео. Понимаете, человек может прийти на канал и подписаться, кнопочку нажать, а может смотреть какое-то видео и в этот момент кнопочку нажать. И вот есть отдельно статистика. Примерно половина подписки с видео и там вторая половина канал. Когда канал, я не знаю, почему человек пришел, почему он ушел, как он к нам попал, не могу судить. Но видео я вижу, с каких видео люди отписываются, я вижу, с каких видео люди подписываются. Бывает, что одно и то же видео вызывает одновременно какой-то всплеск подписки и отписки. Хотя, как правило, если этот всплеск существует, то подписывается больше, чем отписывается. Очень интересно. Иногда самые неожиданные видео вызывают вот этот вот наплыв или там отток подписчиков. И значит, возвращаясь к этому делу, я вижу, что, например, какие-то люди приходят, много людей приходят от того, что они смотрят наши видео по поиску работы. Вот у меня там есть, как интервью проходить, собеседование. Когда-то я записал, не знаю, там что-то, не могу сказать даже зачем, но как-то мне хотелось, я не знаю, вот я записал давно. И это очень популярные видео. У меня есть видео там про интервью с трафиком там за 100 тысяч. Вот такое есть. Поэтому с российского, так сказать, да, интернета. И они подписываются. Я себе представляю, человек, вот он там слушал, как интервью проходить, и тут тебе бах, там
как деньги за границу переводить, там, эмигрировать. И он возмущается, отписывается. Там. Я понимаю, что очень разная публика. У нас есть курс по машинописи. У нас есть про недвижимость, про страхование. У нас есть про строительство. У нас есть там опенхаузы. И я думаю, такой разнообразный, в общем-то, канал. И про парки, и про океан, и про магазины, и про рестораны, и про цены. Ну, то есть, совершенно очевидно, что не могут все люди как бы в равной степени быть заинтересованы во всех этих темах. И у нас много встреч с разными людьми. И я, когда человека приглашаю, я хочу, чтобы вы тоже понимали это. Я, когда человека приглашаю, я не имею в виду, что он вам понравится. Я имею в виду, что он вас заинтересует. Понимаете? Заинтересует. И большинство людей, с которыми я встречаюсь, подавляющее большинство, вы видите весь разговор от самого начала до самого конца. Ну, то есть, перед тем, как мы включили камеру, может быть, мы там обменялись там рукопожатиями, там 3-4 фразы, сели и пишем. И я не знаю, что он скажет. Иногда вдруг как попрет, знаете, думаешь, нифига себе пошла тема, а иногда не идет, ну никак не идет. А иногда вот я наснимаю и даже не вывешиваю, потому что какая-то тугомотина, и я понимаю, что мне самому неинтересно, понимаете? Вот, хотя в целом я довольно всеядный и вообще такой жизнелюб, там мне вообще много интересно. Не потому что для пользы дела, но так думаешь, их ты, думаешь, как закрутило. Вот, но я как бы хочу поделиться тоже, мне радостно. Я радостно делюсь, я, понимаете, вот. Поэтому, когда человек появляется, я пытаюсь своими вопросами его как-то раскочегарить так, чтобы в какую-то такую тему уйти интересную. Если я о человеке знаю побольше, то я могу это использовать. Вот мы когда с Таней Минакер там беседовали, а я знал, что была какая-то история, что там ее чуть ли не судили за то, что она там на каких-то палестинских демонстрантов что-то напала, типа. Вот. И я говорю, ну-ка расскажи, как ты там с ними? Вот. И она рассказала вот эту историю. Понимаете, то есть про кого-то я знаю, про кого-то не знаю, на ходу соображаю. Это абсолютный экспромт. Понимаете, поэтому, если удается что-то такое вытащить, что с моей точки зрения может заинтересовать, ну пусть не всех, но какое-то количество людей, значит, существенное, я вывешиваю. Вот. Так что не предполагается, что приходят какие-то люди и говорят, что этот жулик, тот дурак, этот непрофессиональный, там, еще что-то. Это совершенно, как бы, ну, как сказать, вне тех рамок, которые заданы у нас на канале. Ну, разные люди, а что, действительно. Это же есть самое интересное, когда все разные. А если мы будем приглашать 100 человек, они все одинаковые. Понимаете, или там единственный вопрос, который мы можем им задать, а как вы попали в Соединенные Штаты? Понимаете, вот многие там человек рассказывает о своей судьбе, о том, о сём, и говорит, а как он попал? Понимаете, там 30 минут рассказываются интереснейшие вещи, а самое главное, это вот как он попал. Понимаете, а когда ты уже попал, тебе что же жить надо? Когда ты попал, ты же хочешь работать, ты хочешь любить, ты хочешь отдыхать, здоровье поддерживать. Так что, в общем, я к чему призываю? К тому, чтобы относиться к нашему каналу не как исключительно информативному, а как такому жизнелюбивому. Знаете, вот чего в жизни бывает занятного, ну я притаскиваю, не хочешь, не смотри. Это же просто, вот там телевизор, там, не знаю, 50 каналов, 100 каналов, ну, и на каждом что-то идет постоянно. Вот любой канал придешь, там что-то идет. Но меня ж там нету, значит, все нормально. Вот, так что счастливо, ребят, всем хорошего дня. А я приступаю к исполнению своих трудовых обязанностей.